Трудовыми коллективами и целыми семьями отметили жители Чувашии праздник весны и труда. Первомай по всей республике собрал почти 44 тысячи человек. Самая большая демонстрация прошла в Чебоксарах. Праздничная многотысячная колонна буквально хлынула сплошным потоком по центральной улице столицы республики. С флагами, цветами и транспарантами праздничное шествие проследовало до Красной площади. По традиции возглавил шествие духовой оркестр. У праздника давние традиции, в основном связаны с защитой прав рабочих. А в начале 90-х День международной солидарности в стране переименовали в праздник весны и труда. Сейчас, конечно, условия труда отличаются от тех, что были более века назад. Но так или иначе, первый майский праздник до сих пор символизирует единение всех трудящихся. Сегодня прекрасное шествие, очень много народа. И наши дорогие ветераны вышли, и наши студенты, и наши школьники, и наши детишки. У всех настроение приподнятое, и каждый своим настроением передает тепло. И несмотря на погоду, вот на шествии чувствуется аура добра и тепла. Празднику рады всем, от мала до велика. Кто-то возможности отдохнуть от работы, кто-то провести время с друзьями и знакомыми. Это народный праздник. Отмечаем всем народом. Все вместе, дружно собрались сегодня. На всем протяжении пути следования колонны работали тематические площадки. Ведущие творческие коллективы приветствовали участников шествия, поздравляли горожан с праздником. Закончилась демонстрация театрализованным представлением на Красной площади. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика.